Сегодня у нас вишневое мороженое. Отдельно взбила 4 яйца, стакан сахара, ванилиную ложку крахмала на литр молока. Взбила яйца в пену с сахаром и в кипящее молоко. Но не доводила уже до кипения, до загустения вот такого. Теперь остывает. Ну, тоже готовое мороженое, оно просто остывает, чтобы не сварилось, когда буду добавлять кислые вишни. Когда все остынет, я добавлю размороженную вишню с сахаром тоже, потому что вишня кислая, поэтому с сахаром. Что получится, потом покажу всем.